Всем привет! Это Телегид, а это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. В студии Анна Троян. Впереди премьеры, продолжение сериалов и потрясающе насыщенные вечера. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу. Будни на этой неделе будут захватывающими и насыщенными. Сериал «Хмуров» продолжается на нашем канале. Он всегда славился своим умением вести дела. К нему все обращаются за помощью. Люди, которым тяжело раскрыть начатое дело, всегда прибегают к нему, ведь он детективный консультант, а за его плечами огромное количество раскрытых преступлений. И можно смело сказать, что наш герой рожден для этого дела. За работой мудрого Хмурого следим с понедельника по пятницу в 14:21. Я вычислил контролера и организатора ограбления банка. Да? Да. И кто же это? Ренат Максимович. А это который в коляске? Да. Инвалид? Да. Ну что ж, друзья, в первый день лета мы подарим вам безграничные эмоции. В День защиты детей на ЛРТ вас ждут яркие мультфильмы и тематический концерт. Театр-студия «Непоседы» вместе со звездами российской эстрады представит ежегодную концертную программу. Вместе с талантливыми ребятами на сцену выйдут Валерий Меладзе, Лариса Долина, Игорь Николаев, Олег Газманов, Жасмин, Нюша, Вера Брежнева, Александр Панайотов и другие артисты, а также участники шоу «Голос дети». Не пропустите в пятницу в 12:30. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье 10:00 и 19:30. Потренируемся? Да. Обыграете пацанов? Да. А? Да. Конечно, обыграем. Да. Хорошо. Молодцы. А вы знаете, кем была Коко де Шанель? История невероятной француженки, покорившей весь мир, увидим в субботу вечером. Это история о взлетах и падениях молодой девушки, с упорством хватавшейся за любую возможность найти применение своему многогранному артистическому таланту. Днем работа за швейной машинкой, вечером выступление на сцене кабаре, которому Габриэль Шанель обязана своим прозвищем. Коко она получила за исполнение незамысловатой песенки из своего репертуара. И так бы и было все невзрачно, если бы не тот самый счастливый случай. Подробности смотрим на ЛРТ 2 июня 20:30. Среди нас наверняка есть люди, которые очень любят свое дело. Так вот, лента «К черту на рога» как раз о таком человеке. Кека прослужил 15 долгих лет верой и правдой в управлении охотой и рыболовством. И работа была ему только в удовольствие. Но вот в один несчастный день в министерстве решили сократить персонал. Однако наш герой еще тот упрямец и совсем не захотел расставаться с любимой службой. Так и начался наполненный приключениями жизненный этап. Смотрим его в воскресенье в 20:30. Здравствуй. Проклятие, докторесса, от вас нигде не скроешь. Бросьте, не волнуйтесь, я в отпуске. Позволите присесть? Вы сами присели. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор фильмов и программ нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Отличного вам лета! Я, Анна Троян, говорю пока-пока!